Когда закончился ледниковый период, территория современного города представляла собой благодатное место. С южной и юго-восточной стороны подступала тайга, богатая дичью. На северо-запад простиралась обширная степная долина с многочисленными озерами. Полноводная Ангара неспешно несла чистую байкальскую воду. Мы живем, в общем-то, в резко континентальных условиях. Тогда эти условия смягчались, и действительно природная обстановка приобретала даже необычный для Сибири вид. Например, специалисты по спорополице даже предполагают распространение на нашей территории широколиственных лесов. Устья рек Иркута и Ушаковки привлекали древних рыболовов эпохи неолита. Иркутская территория всегда была очень густо заселена. Действительно, это сплошные поселенческие объекты людей мезолита, неолита, эпохи бронзы, раннего железа. Не случайно на возвышенности Глазковского предместья был обнаружен самый крупный в Северной Азии комплекс древних захоронений. По подсчетам археологов, могильник включал в себя около 300 погребений. Самые древние из них имеют дату 8000 лет. Представляем, какой срок, сколько поколений и сколько, так сказать, генетически родственных групп использовали вот для именно погребения вот это место. Среди сопровождающего инвентаря найдены шлифованные ножи и тесла, нефритовые украшения, рыболовные стерженьки, костяные рыбки-приманки. Костяные скульптуры лосей признаны произведениями искусства. Берега Ангары в черте города Иркутска являются сплошным археологическим памятником. Петрушина гора, Лисиха, Титова, роща Звездочка изобилуют находками неолита и бронзового века. Мы находимся в Свердловском округе города Иркутска. Это улица Старокузьмихинская. Здесь мы находимся на объекте археологическом Кузьмиха-1. В основном у нас неолитическая культура идет, неолит. Это где-то в районе 4-5 тысяч лет назад. Но это были рыболовы, охотники. Что находят археологи на древних стоянках? Фрагменты керамических сосудов, потом фрагменты наконечников ножей, стрел. Также вот кладку мы нашли, скорее всего, ритуального назначения. Как вскоре выяснилось, кладка оказалась не ритуальной. Под плитами песчаника археологи обнаружили непотревоженное погребение китойской культуры. Китойцы жили в Прибайкале более 6000 лет назад. Они украшали одежду подвесками из зубов марала. На головных уборах носили кольца и диски из белого нефрита. Первобытные представления об окружающем мире нашли отражение в языческих символах и рисунках. На Шишкинских скалах около Верхоленска известны петроглифы периода неолита. В раннем бронзовом веке археологи выделяют глазковскую культуру. Древние глазковцы занимались охотой на рыбу и лесного зверя. Они строили каркасные жилища типа чу. Умели выплавлять бронзу из меди и олова. За глазковской культурой закрепились древние погребения со следами медных и бронзовых изделий. Они обнаружены в большинстве своем на левобережье Ангары, в бывшем Глазковском предместье города Иркутска.